Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Специальное предложение дня сегодня — покрывало «Теплая история». Это всегда самая выгодная покупка в течение всех суток. И, конечно, покрывало – это отличная возможность мгновенно обновить любой интерьер. Знаю не понаслышке, потому что как-то воспользовалась советом Юли. И когда купила новое покрывало, даже мама, придя в гости, подумала, что я сделала ремонт. И если вы заскучали в своем интерьере, хотите добавить красок, выбирайте покрывало «Теплая история». У нас два раза. Размера евро и евро макси. И только сегодня цена за евро размер начинается от 799 рублей. Сейчас мы с вами любуемся зеленым цветом, благородные оттенки изумруда. Вот такой действительно для тех, кто заскучал по зелени, по оттенкам настоящей живой природы. Но у нас целая коллекция, причем особенная авторская коллекция от бренда Марианна, которая является законодательницей моды в украшении покрывал. Поэтому ваш интерьер будет особенным, будет нетривиальным. Еще два цвета у нас есть, давайте познакомимся. Это потрясающий бежевый оттенок. Много золотистых тонов, спокойных тонов. А этот цвет считается универсальным. Вам легко будет встроить его в интерьер. А также это цвет богатства, достатка. Цвет, который очень любят за его универсальность. Зеленый мы уже посмотрели. Мы начали с него нашу презентацию. Он очаровательный, с богатыми, изумительными оттенками и красками. И еще цвет серебра. Цвет чистоты, цвет спокойствия, цвет, который сделает маленькую комнату большой, то есть способствует на расширение пространства. Покрывало «Теплая история» – это авторская работа. Каждый дизайн в каждом цвете уникален и неповторим. Вам сейчас нужно только одно – выбрать свой размер и цвет евро или евромакси. Номер для ваших заказов бесплатный, многоканальный. Сейчас звоним, заказываем, а оплачиваем только по факту получения. Но вот честно, когда я постелила покрывало, когда я зашла в комнату, я взглянула на свою кровать совершенно другими глазами. Мне даже было чувство, что пространство стало больше, комната стала светлее и уютнее. Юля, ведь этого так не хватает сейчас, особенно вот когда еще нет этой весны, нет этого обновления живой природы. Ну, если вот у вас похожая ситуация, как у Ариши, надоела обыденная обстановка, все приелось, много темных красок в комнате, покрывало придет вам на выручку. Это тот самый элемент декора, который способен преобразить комнату, потому что это большая площадь, да, и очень яркие, насыщенные краски способны внести обновление в любую комнату, будь то гостиная, будь то спальня. Но в нашем случае очарование интерьера с теплой историей придаст еще и авторский принт. На каждом из трех цветов авторская работа. И вот эти шикарные пионы, символ достатка, будут украшать ваш дом, и вы будете знать, что это только у вас. Это эксклюзивно. Бренд Марианна занимается собственной разработкой принтов. Это всегда изумительные оттенки. Это всегда особенный художественный подход. В вашем доме будет, ну, буквально произведение искусства. С европейским шиком украшаем дом. 200 на 220, два размера у нас, и 230 на 250. А это говорит о том, что мы сможем использовать в любом уголочке дома покрывало «Теплая история». Это, конечно, защита для постельного белья, это потрясающее легкое одеяло, а также элемент декора для вашей гостиной. Вот так, всего одна покупка. Если вы сегодня выбираете для себя покрывало «Теплая история», специальное предложение дня, самое выгодное предложение в течение всех суток, то вы преображаете каждый уголочек своего дома. Такое покрывало не будет пылиться в вашем шкафу, оно не будет ждать своей очереди, оно будет каждый день создавать настроение. Сначала украшать вашу спальню, потом, может быть, гостиную, но каждый раз, заходя в комнату, вы будете чувствовать эту невероятную красоту, блеск, магию, которая будет делать пространство, ну, просто волшебным, уютным. И мне очень нравится, Юль, что мы легко сегодня можем подобрать предложение для каждого интерьера, поскольку у нас два размера и три цвета на выбор. Зеленый, бежевый и серебро. Давайте посмотрим, как преобразит наша теплая история любой интерьер. Бежевый вариант сейчас на экране. Посмотрите, это ручной крой, это купонный принт. Узор находится по центру. Посмотрите, как гармонично выглядит зеленый цвет. Пионы украшают его, это символ достатка.
Ну, серебро, конечно, чарующая магия чистоты, изумительных перламутровых переливов. Два размера нам гарантирует использование в любом уголочке дома. Не только как покрывало для вашей спальни, не только как защита для постельного белья. Покрывало теплая история отлично смотрится на диванах и креслах. Мы сейчас с вами посмотрим. Старую мебель можно превратить в новую, дать ей буквально новую жизнь. Вот немножечко поистрепались подлокотнички, например, у кресла или у вашего дивана. Вот вам решение. Теплая история идеально смотрится. Посмотрите, ложится хорошо по конфигурации мебели. Вторая сторона выполнена с антискользящим эффектом, поэтому вам не придется несколько раз поправлять. Посмотрите, как оно отлично фиксируется на вашей мебели и выглядит роскошно. Кстати, исторически так сложилось, что считается, что первый именно шелковое покрывало в своем интерьере использовала маркиза де Помпадур. Она легла на покрывало и сказала: «Я как королева». Будьте королевой в своем доме, подарите себе царственный шик. Сегодня с итальянским шиком украшаем наш дом, потому что это именно по тенденциям итальянской моды выполнено наше замечательное покрывало. А у вас есть шелковая мебель? Или безупречный вид вашей постели, будто с обложки модного журнала? Нет, тогда самое время познакомиться. Специальное предложение дня – это самая выгодная покупка в течение всех суток. Это отличная возможность сделать свой первый заказ и на личном опыте убедиться, как легко, удобно, надежно и безопасно делать покупки дистанционно. Покрывало «Теплая история» – это не просто украшение интерьера, это еще и многофункциональное предложение. Покрывало, легкое летнее одеяло, новая обивка для вашей мебели, ну и, конечно, преобразование пространства. Сиять будет невероятными перламутровыми оттенками. Только сегодня один день, уникальная цена за евроразмер 799 рублей. Не забывайте, что у нас есть еще евромакси, увеличенный редкий размер 230 на 250. Юль, ну мы заговорили о качестве, о многофункциональности, и хочется узнать, вот вторая сторона, вот я прям чувствую, что внутри у нас есть наполнитель, очень приятный. Да, мягкий. Есть наполнитель синтепоновый, что делает нашу теплую историю не только очень хорошо лежащим на любой поверхности покрывалом и украшающим дом, но еще и легким летним одеялом. Укрывайтесь, если не любите тяжелых одеял, так тоже можно использовать. Мне очень нравится, что это богатая шелковистая фактура, еще и практично. Это очень важный момент. Стирать покрывало можно большое количество раз. Современные волокна выдерживают стирки без потери качества. Они не мнутся, не выцветают, очень хорошо держат форму. Мечтали о шелке, но боялись его раньше себе позволить? Не стоит. Специальное предложение дня «Теплая история» – отличное решение для вас.